Добрый день. Вы искали лечение псориаза? Ну, если вы ищете косметические наружные средства, это видео не для вас. Я таким маскировкой проблем в вашем организме не занимаюсь по одной простой причине. Как только вы замазали псориатические изменения на коже, только они прекратились, знайте, что вас теперь ожидают висцеральные проявления псориаза. Потому что кожа – это орган выделения. И когда слишком много токсинов выделяется через кожу, ну, и появляются вот те самые бляшки, те самые высыпания на коже, которые вы знаете. Как только вы этот путь самоочищения крови, самоочищения организма перекрыли, ну, токсины уперлись в эту систему, как правило, тут используются гормональные мази, и рикошетом бьют по внутренним органам. Ну, а будут разрушать суставы или другие внутренние органы, ну, тут уже зависит от генетики, в каком месте организм попытается сложить ту грязь, которой избавиться не смог, а вы ему помешали. Я провожу лечение псориаза совершенно иным путем. Я помогаю коже выделять те токсины, которые пытаются через нее пойти. И таким образом хорошо очищается кровь. И висцеральные проявления псориаза уже вас интересовать не будут, потому что кожа будет работать как выделительная система. Да, это будет не так выгодно выглядеть снаружи. Почему? Потому что все-таки какие-то изменения кожи останутся. Но зато вы будете в безопасности. А для того, чтобы убрать и эту, скажем так, неприятность в вашем организме, ну, есть печень, есть почки. Если у вас высыпание в области головы или шеи, то это, как правило, проблема печени. Если у вас высыпание в области крупных суставов, это, как правило, проблема почек. Если у вас высыпание на других частях кожи, то, как правило, это уже нарушение работы и печени, и почек одновременно. Поэтому теперь вы уже знаете примерно, что с вашим организмом происходит при псориазе, знаете, какие органы у вас отдыхают. Если вам нужно их активировать, улучшить работу этих органов, очистить кровь и избавиться от неприятных последствий псориаза, обращайтесь, контакты вы видите, обратиться легко. Лечение, оно эффективно, главное, что оно комплексно. Оно не решает проблемы кожи, а решает проблему вашего организма.